Всем привет, подписчики мои, и у нас сегодня крутые приключения в Чернобыльской, в третьей зоне, рядом возле Чернобыля. Уже здесь там леса, где выселяли людей. Пойдем потом по таким вот заброшкам, заводам, уже вот подходим. Охота вот поразведывать какие-то вот интересные места и приключения. Где-то, блин, как раньше, блин, в Чернобыль ходили, в Припять, как не хватает таких вот приключений. Туда, помню, сходишь на двое-трое суток. И все, и не надо никуда лететь, как будто откуда-то прилетел. Так, блин, кайфанешь. Жаль, что пересрали, блин. Сейчас вот подходим таким вот заводом. И там дальше такие вот будут заводы. Интересно полазить, посмотреть. Дома какие-то заброшенные. Может, какие-то рядом там озера есть. А потом поедем в затопленный лес на карьер с ночевкой. Хочу понырять. Ночная подводная охота. Так, где-то там тут Тони. Тони, ты где? Не заблудись. Тони уже погнал, так как здесь дикие звери могут быть. Ты где? Тони, гонял? Молодец. И Тони довольный. Такие вот приключения пойти. Полазить где-то. Как раньше нелегалом стал. Говорю, как не хватает таких вот приключений. Так, пошли посмотрим, ребята, что здесь. О, здесь похоже уже, как Чернобыль. Такой какой-то ангар здесь был. Видно, какие-то машины. Так, пошли аккуратно. Нужно ладить, чтобы не обвалились эти уже бетонные плиты. Тонь, аккуратно. Пошли. Там такой заводик есть. Интересно, там старые поезда. Посмотрим еще. Опа! Какая-то птица сидела, я испугался. Так, пошли, пошли. Тони, пошли. Вот здесь такой, также огромный какой-то ангар. Полазим. Такой вот у нас сегодня сталк. Нелегалом. Ребята, посмотрите. Так, лучше сюда не заходить. Да, Тони? Что там, ты сталкер? Тони? Да, молодец. Кто не лазил. Так, пошли, пошли, пошли. Вот здесь стена обвалилась, видно. Говорю, опасно. Такие крыши. Вот перекрытие упало. Так, идем. Не будем заходить, пошли. Там рядом есть еще завод. Посмотрим. Говорю, полазим, а потом пойдем, поныряем. Охота, ночная подводная охота. Может, там поныряем. Гавайкой какой-то рыбки наловим, пожарим каких-то раков. Знаю, ночью вылазят, лазят. Пошли, пошли, Тони. Здесь такие дома еще нормальные. В этой третьей зоне жили люди. Сад, яблони, хатки такие. Так, идемте посмотрим. Позарастало, конечно. О, открыто. Опа. Какая-то куропаточка полетела. О, и яблоки какие. О, класс. Буровица. Сейчас насобираем. Перекусим. Летняя кухонька. Здесь людей была. Они готовили. Печка, погреб. Так, икона еще вот висит. Так, пошли, ребята, зайдем. Так, о, как в селе, я помню, у меня также. Так, диванчик такой здесь. О, здесь нормально, еще обстановка такая вот. О, какой погреб глубокий. Так, иконы стоят. Класс. Здесь так бы убрал бы. Печечка есть. Можно даже зимой прийти топить. Вот с этой стороны протопил и приехал, чтоб рядом. Я всегда хотел найти такое вот место где-то возле Чернобыля, возле там речки, озеро, такую вот хатку оккультурить и приезжать. Останавливаться, жить, рыбачить. Так, пошли.
Какие яблочки. Так, подходим к этому заводу. Здесь дорога, блин, заросшая такая вот. Реально, как в Чернобыльской зоне. Опа, тут уже грибы какие-то пошли белые. Или порхалки. Так, пошли, пошли, Тони, пробираемся. Пошел, пошел, молодец. Такие вот заросшие, как в Чернобыле. О, сливки здесь. Можно покушать вкусные. Или алыча. Пошли, ребята, сюда и по грибы классно приехать. О, здесь также уже какие-то пошли заброшки, здания были, дороги асфальтированные. Так, пошли. Интересно. Как круто вот с Тони куда-то так пойти в такие вот места заброшенные, полазить, как заскучал. Может, на осень, кому интересно, будем куда-то выбираться. Там рядом можно возле Чернобыльской зоны там немножко где-то полазить, пройти. Так, пошли, пошли, Тони. Вот, начинается завод какой-то. Сейчас посмотрим, если не разобрали там эти поезда всякие на металл. Все, все, пошел, пошел, Тони, сталкер. Давай, давай, пошел, пошел. Молодец. Тони, Тони, полез сюда. Тони, давай, давай. Сюда, сюда, давай. Вот так, давай, 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 давай. Давай, давай, полез, полез, полез. О, молодец, молодец какой. Посмотрите, какой Тони сталкер. Ничего себе. Тони, аккуратно. Аккуратно, не упади. Ты что, может там, блин, яма? Нельзя. Тони, ты что, любит полазить. Молодец. Пошли, пошли. Пошли, пробираемся, Тони. Фу, так, проходим. Опа. Вот, ребята, подходим к этому заводу. Вот там я вижу уже. Здесь такие вот путя уже старые. И здесь металла сколько. Да, а ну-ну, обойдем. Здесь такие вот поезда, ребята, посмотрите. Старинные тягачи какие-то. Вау, сколько им лет. Так, идемте посмотрим. Вот это да. Кабина такая вот. Посмотрите. Виноклали рельсы. Так, идемте туда. Ох, какие здесь, видно, моторы какие-то здесь были. Или, да, есть еще какой-то мотор. Вот это прикольный сталк. Так, пошли, ребята, сюда посмотрим. Вот такой вот еще поезд здесь. Так, можно обойти или нет? Нет, пошли. Так, кабина также такая вот, побыстречку. Посмотрим, пошли, ребята. И вот такие вот старинные поезда я нашел здесь. Так. Закрыто здесь. Вот такая еще кабина. Пошли, ребята, быстро. А то, может, здесь охрана. Также какой-то вагончик стоит. О, вагон старинный. Паутина заросла. Как это сюда зайти? А? Вау! Какая атмосфера старинная. Раньше люди ездили вот на таких поездах. Вот это да. Прикольно. Какой еще нашел вагончик здесь. Так. Интересно глянуть, что здесь. А, что-то поднимали наверх. Вот эта дорога была. Пошли, пошли. О, опасно. Вот обвалились уже эти ступеньки. Так. Да, ребята, очень опасно.
Но мы полезем по этой дороге. Фу. Фу. Полезем сюда. Так, чтоб не лопнула эта дорога. Так, она уже старая, протертая. Так, 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 так. Вот так вот подымали сюда что-то. Побежали. Фу-фу-фу. Пошли дальше. О, блин. Не думал, что здесь такие вот интересные вещи будут на этом заводе заброшены. Так, как это добраться туда? Ребята. Пошли. Так, так, пробираемся. Ах, крапива, попёкся уже. Так. Интересно, что-то и шло. Так, сейчас проберемся сюда, посмотрим. Ох, какое огромное здание. Рельс сколько. Так. Так, интересно, двери закрыты. Как это туда пробраться? Интересно. В это здание. Сейчас посмотрим, может там можно пробраться. Блин, там также все закрыто. Пошли. Фу. Так. Опа. Вот пришли. Вот это завод был какой-то. Какие станки огромные. Интересно, что здесь было, производили. Ого, что сверху. Вот это да. Как это не повырезали этот металл, столько металла здесь. Какие колеса. Фух. Какие-то вот станки немного повырезали уже на металл, я смотрю. Какие моторы огромные. Да, трохи поразбирали. Прикиньте, сколько здесь меди было. У этих катушках вот. Это просто. Вот это моторчики здесь. Так, и кабеля какие. Здесь еще также куча меди. Вау, и здесь турбины какие стоят. Вот это вау. Ребята, я не ожидал найти такие вот вещи здесь. Блин, ступеньки ржавые, чтобы не упасть. Но здесь уже все ржавое, ушатанное. Посмотрите. Вау, пошли. Пробираемся. Так, пол ржавый. Это уже может упасть. Пошли посмотрим, что здесь. Ох, и сюда еще подняться можно. И туда идут. Вот это заводик здесь какой-то был. Ладно, пошли, ребята, будем валить. А то опасно здесь. О, будем валить. Ребята, так, с этого завода, так, где-то. Уже заблудился здесь. Валим отсюда. Класс, ну как будто вспомнил прошлое, такой вот сталк, такой завод крутой. Пошли, пошли. Валим, 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 валим. Все, побежали. Вот это здесь ангары. Фу, ребята, с трудом убежали. Там охрана и собаки, а я слышу такой... То не гавкает, там собаки какие-то. Быстро побежал, забрал его и убежали. Приехали сюда на этот карьерчик, где затопленный лес. Хочу понырять ночью. Блин, тут дорога такая, камни не подъедешь.
Сейчас посмотрим, и там, блин, людей полно. Где-то сейчас найдем местечко, чтобы спуститься. И может здесь на склоне поставим палаточку. Сейчас спустимся, покупаемся, а то жарко. А то похолодало так было ночью, прохладненько. Как осень, и захотелось куда-то, блин, пойти полазить. И вот опять начало жарить. Так, пошли посмотрим, ребята. Здесь такая вот, как дорога. Фу, мох такой красиво здесь. Пошли сейчас пройдемся, посмотрим. Где-то найдем местечко. Принесем палатку, разобьем лагерь. Главное, чтобы можно было спуститься. Полазили. О, подходим к этому карьерчику. Приехали. Вот затопленный лес. Какая красота. Так, главное найти, чтобы спуститься. Вот так вот здесь. Круто. Так, пошли искать, где можно здесь спуститься. Там где-то когда-то был спуск. Вот это разведали заводик. Интересно так было. Такие старые эти поезда, вагоны такие, где, видно, привозили людей. Такой маленький. Так, так, что-то здесь. Посмотрим, я смотрю. Опа, спуститься можно. Конечно, крутой обрыв такой, спуск. Но да то никого нету. Можно сейчас спуститься и поплавать в тоне. Так как опять начало жарить. А здесь можно и разбить лагерь, палаточку. Смотрите, как классно у лесу. Тихо. Сейчас пойдем искупаемся и пожарим там ребрышки. Взял, купил побыстречку. И ночью потом пойдем, поплаваем, поныряем за раками и гавайкой. Половим рыбку, знаю, здесь окунец есть. Так что пошли. Пошли, ребята, спускаться. Аккуратно. Давай, давай, Тоньки. Аккуратно. Молодец. Боялся? Молодец, давай, давай, чтобы не поехать. Не спеши. Не спеши. Молодец, молодец. Притормаживай. О, блин, здесь опасно. Здесь могут оборваться эти скалы. Они висят на соплях. Так, сегодня приключения на свою голову мы находим. О, блин, и с этой стороны. И чтоб не поехать, а то, блин, подерем так спину и ноги. Порежем. Так, надо идти под этой стороной. Здесь более безопасно. А то говорю, посмотрите, как висят на соплях эти скалы. Сегодня у нас день приключений. Но нормально, спуститься можно аккуратно и ночью. Главное, что никого нету. О, класс! Красота! Такая вот здесь. О, сейчас искупаемся, а то не пьет водичку. Нагонялся. Молодец. Да, Тонь? Что там? Хотел купаться, да? Сейчас поплывем. Здесь аккуратно, не прыгай, камни, Тонь. Понял? Так, сейчас я разуюсь. И поплывем, искупаемся. А потом пойдем. Приготовим, пожарим, что-то перекусим. Так, пошли, ребята. Здесь, блин, и раков половим. Здесь ночью вылазят. Прыгай. Прыгай, Тонь. Прыгай, давай. Прыгай. Опа! Какой красава! Как прыгал, Тони. Как захотел купаться, да? Молодец. Сейчас, сейчас, Тонь. Вау, будет классно ночью понырять здесь. Такой вот здесь затопленный лес. Красотища. Поплыли, поплыли. Только тихо. Только тихо. Только тихо. Вот так плавал, да, Тоньки?
Здесь класс? Ах, молодец. Как Тони плавал, да? Красота. Тони летает, да? Молодец. Вот так плавал, да? Любил плавать? Поплыли. Охладимся. Тонь, не переживай. Я не тону. Дырнул, Тонь уже переживал. Что я тону. О, говорю, здесь такие каменистые дно. Ночью знаю. Раки вылазят и ползают, ищут что-то себе покушать, а днем они прячутся. Фу. Водичка хорошенькая, а то на озерах я у себя был, теплая такая, нагрелась, а здесь классно. Ох, можно посидеть, а то это Тони не даст поплавать. Когда плывешь, то Тони гавкает, догоняет. Фу, вот это красота. Поплыли немножко, поплаваем и пойдем приготовим что-то покушать. Фу. Ну как, Тонь, приключения? Класс? Вот так вот плывем с Тони. Да, Тонь? Да, Тонь, вот так вот плывем. Я пусть я поплыл. Тихо, тихо, все, все, все. Как там, плавал хорошо, Тонь? Да? Хорошо плавал? Прыгает, Тонь. Довольный. Да, довольный, молодец. Что там, любишь прыгать? Вот так, молодец. Вот так купался, да? Молодец. Рядом нашли такое вот местечко. Здесь под костерчик. Немножко отошел, где я заходил. О, и здесь рядом на склоне поставим вот палаточку. С утреца рассвет. Солнце будет с другой стороны. Красота такая вот будет. И здесь так на этом обрыве переночуем. А сейчас пошли разводить костерчик. И зажарим, думаю, в фольге быстро, а то решетки не взял. Наши ребрышки перекусим, а то налазились, да, Тони? Что ты там нюхал, Тонь? Что ты там лизал? Там настал, может, кто-то, а ты лизал. Фу! Фу! Что ты делал? Так, прогорел костер. Сейчас быстренько закинем ребрышки, как-то брал. Очень вкусно, быстро, они замаринованные. Сейчас фольгу бросим и вообще быстренько перекусим после таких вот приключений. Так. Берем, бросаем. Сделал такой вот столик себе. Фу, поплавали с Тони. Он, блин, царапает. Здесь спина, блин, все поцарапанное, блин. Так, возьмем двое. Все. И берем это ребрышко, также кинем. Все, прогорел наш костерчик, жар хорошенький. И бросаем наши такие вот ребрышки. Замотал фольгу и сейчас быстро зажарим их. О! Класс, сейчас таким аппетитом перекусим после приключений наших. О, пожарили наши ребрышки. Так, Тони сейчас дадим. Здесь кашка с мяском и сердечками. На камушек половинку высыпем, а половинку утром. Так как здесь чисто. О, на, иди кушай, Тони.
Ты проголодался, набегался? Бери, кушай, только не ругайся. Ну на что ты ругался? Я ж не буду забирать. Кушай, кушай, кушай. Я подожду, ты покушаешь, и я буду кушать. Кушай, кушай. Не выбирай сердечки только. Давай, давай, нагонялся, накупался. Фу, сам наплавался и на вечерок так свеженько уже. Днем так до 30-ки, а сейчас где-то уже падает 20-17. Давай, давай, кушай, кушай, не выбирай. Давай, быстро кушай. Молодец. Ну, давай быстрее кушай, потому что сейчас заберу вот так, я и скушаю. Вот давай, кушай, кушай. Так, значит, тикай, я буду кушать. Ребрышки. Так, будем пробовать. Так, посмотрим сейчас. Или поджарилась, я думаю, поджарилась. О, класс! Оно здесь как протушилось, запеклось в этой фольге. А то это жареное неохота. А вот. О, такой румянец. Что-то не пахнет. Ребрышки. Хлеба забыл, как всегда. Но ничего, будет печенька там у меня есть где-то. Так, тебе нельзя. Ты в тот раз и так стырил, а потом в палатке нарыгал, гад. Ах. Так, где печенька? Достаем и будем кушать. Да, Тонь? Классный поход был. Ах. Фу. Вкусные ребрышки, замаринованные. Закат сейчас красивый такой. И пойдем, поныряем, потемнеет, это будет класс, да? Вот так вот здесь, на вечерок, красота, тишина, ветра уже нету. И такой вот закат шикарный. Потемнело, сейчас подкину еще сюда полено, так как на вечерок прохладненько. Сейчас поныряем, и что прийти согреться возле костерчика, так что... Пошли нырять. Фух, класс. Сейчас такая красота будет там, в этом затопленном лесу. Интересно, или будет, как в тот раз я нырял окунек там с карасиком. Нырял, много было. We'll be right back.
поныряли, ребята. Трофейчика такого вот взял, окунца хорошенького одного. И раки были. Но я их не брал, потому что их здесь и так мало. Пускай будут. Ночью там повылазили, видно, со своих нор. Фу, но поплавал, класс. Карасик там был. Красота, может, приедем сюда на осень, когда не будет людей, когда похолодает, и классно здесь поплаваем. Фу, а так поплавал для души, разведал. Класс, пойдем отдыхать, ребята. Всем доброе утро, друзья. Что-то не спалось, а то ночь целую ночь крутилась, хоть налазились, понырял ночью, поплавал. Идемте покажу, как красиво сейчас само с утреца. Вот здесь мы поплавали, поныряли. Рыбка есть. Такая вот красота. На обрыве здесь переночевали, поспали и будем собираться. Полазили вчера классно в Чернобыльскую такую вот зону. Такая вот ностальгия, такой вот сталк нашел, такой вот завод. Класс. И еще ночью у нас была подводная охота. Так что, кому понравилось такое вот видео, пиши, ставь лайк. Всем пока.